Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на праздничном концерте Кингисеппской детской школы искусств. Thank you.
просвещения нашей публики, для того, чтобы знали люди, что у нас есть в городе академическое музыкальное образование и художественное, потому что у нас выставка была перед концертом. Ну а на концерте выступили самые лучшие наши участники и солисты, и коллективы, показали, в общем-то, как они выросли за этот учебный год для родителей, но я думаю, что для жителей тоже.